авария произошла в 1:10. В ночь на 14 февраля полицейский за рулем Лексуса ехал после службы из Новосибирска домой в Тагучин. На 42-м километре трассы Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий случилось столкновение Лексуса с массивным самосвалом. После удара легковой автомобиль загорелся, а находящийся в нем водитель от полученных травм скончался на месте. По предварительным данным, ночью на трассе была плохая видимость, над дорогой повисла довольно плотная дымка. Это и могло стать причиной смертельного ДТП. Сотрудник полиции просто мог не увидеть приближающийся самосвал.